Добрый день, друзья, добрый день, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров, мы говорим о супертурнире Вейканзеи. Итак, четвертый тур, крайне интересные события турнира, но результаты перед вами. Несмотря на то, что были очень боевые партии, тем не менее тур закончился без побед и поражений, с другой стороны. Ну, а мы с вами поговорим о партии дня, партии Ариантари Фируджа Алиреза. Она также, как и Андрей Сипенко Гранделис Нильс, была на качелях и, безусловно, заслуживает особого внимания. Итак, приступим. Алиреза Фируджа играл черными. Ариантари, напомню, это молодой норвежский, уже можно сказать, не продиджи, но тем не менее талантливый гроссмейстер, который работает вместе с Карлсоном. Ну а Алиреза не нуждается в каком-либо представлении. Итак, был разыгран каракан, классическая система и вариант с ранним ходом c3. Достаточно хитрый порядок применил Тари. Ну, позиция на самом деле очень известна, особенно на топ-уровне. И Фируджа исполняет ход конь g6. Ход конь g6 имеет достаточно слабую репутацию, потому что результаты этого хода достаточно скверные. И тем удивительно, что Фируджа, игравший до этого h6, отмечу, что также без успеха, тем удивительно, что он вообще играет каракан, продолжил вот такую рискованную затею. Он сам играет эти позиции белыми, и обычно на конь g6 одна из главных реакций, главных таких вот принципиальных реакций, является ход h4. Но в этой партии так не последовало. Последовала классическая, что ни на есть, аркировка. Конь d7, конь e1. Конь e1 уже ставший, можно сказать, обязательной программой. Конь освобождает движение пешек. Движение пешком, и в некоторых вариантах слон на f5 может оказаться вне игры. Ну, так или иначе, последовал ход h5, который с одной стороны защищается от хода g4, с другой стороны черные делают вид, что готовы дальше эту пешку установить на h4 с определенными видами на короля. Основная, естественно, сила этого варианта — это пешка e5, и белые всегда должны следить за тем, чтобы ее не подорвали. Черные обязаны это сделать. Ну и, в общем-то, начинаются тогда вот эти вот замоты. Итак, белые готовятся к этому продвижению. Играют слон e3, ферзь b6. И вот эта позиция уже встречалась на практике. И оценка ее тяжелая для черных. А здесь Тари уже первый ход, который показал, что немножко он не в своей тарелке в этой партии. Он сделал ход b3. Совершенно мягкий, совершенно медленный. Ну, в общем-то, ход не из той оперы, очевидно. Безусловно, надо было играть конь d3. То есть, ни в коем случае эту пешку вообще не трогать. Ну, и конь d3, и конь d2. Впоследствии можно играть и c4. Может быть, и b4 в некоторых ситуациях. Но никак не b3. b3 это означало то, что в этой партии уже Фируджа должен перехватывать инициативу. Идея в том, что после хода конь d3 черные не могут забирать пешку на b2, потому как, ну, скажем, в случае взятия ферзь бьет b2, белый играет просто конь d2 с угрозой ладья b1. Страшная инициатива, ну а на c3 брать тем более опасно после взятия ферзь b1, скажем, атакованы две пешки. Ну и достаточно одной из них упасть, как все сразу же развалится. Эта позиция практически безнадежна. Соответственно, на b3 не было никакой необходимости тратить время. И удивительно, что такой сильный шахматист, как Тари, сделал такой достаточно антипозиционный ход. Итак, сразу же Фируджа к e5 подбирается. Но несмотря на то, что b3 ход очень медленный, белых пешка на e5 и вообще в целом позиция настолько хороша, то есть запас темпов и прочности очень высок. Поэтому, конечно, он здесь контролировал все равно игру.
И вот на F6 опять-таки начал Тарием играть немножко сбоку. Объективно все равно надо было предпочесть ход конь D3, потому что основная идея маршрута коня с F3 на E1 – это, естественно, перестройка коня в район поля D3. И в этом случае в нашей партии, как говорится, Тария сыграл слон H5. Не знаю, нравилось ему, видел ли он продолжение, которое случилось в партии, и оценивал ли он его в свою пользу, но так или иначе ход достаточно рискованный. После хода конь D3 возникала сложная позиция, черные бы забирали на E5, ну и скажем, после FE-DE C5 позиция могла бы обостриться. Белые бы играли F4, черные бы D4, ну и вот какая-то такая вот сложная борьба. Слон H5, FE, черные забирают центральную пешку. И вот как раз-таки сейчас первый такой критический момент, где Тари продолжает играть в такие, в общем-то, сверх-гипер-модерн-ультра-агрессивные шахматы, играет G4. Ну, что можно было предложить взамен, сказать сложно. Потому что вот он, взяв на H5, по сути дела, предопределил дальнейшее течение борьбы. Другие продолжения, как ДЕ, ну, они возможны, безусловно, но на ДЕ, скорее всего, черные бы играли ферзь D8, я так полагаю, может быть, ферзь C7. Ну, и вот после F4 могла возникнуть какая-то позиция, которая, ну, наверное, ее оценить не так просто. У черных вроде с одной стороны два слона, есть сильный белопол. С другой стороны, вот проблемы с королем никто не отменял, и плотность белых не вызывает сомнений, то есть они могут здесь продолжать развивать фигуры и в дальнейшем работать на ферзевом фланге. В общем, эта позиция неясная и игровая. Пожалуй, большинство из топов возьмет белых, но, может быть, кто-то и черными ее тоже будет играть с удовольствием. Сказать не ручаюсь. Ну, в общем, такой был мотив. Тем не менее, Тари был уже настроен решительно, сыграл G4, и ферзь же, естественно, ударил на H5. В этом основная была стратегическая мысль, стратегическая консоль, можно сказать, которую предпринял иранский гроссмейстер. Итак, GH и конь ринулся на F4. Позиция крайне интересная, с обоюдными шансами, безусловно. То есть, ну, мне очень нравилось жертва качества, потому что с виду у черных мощнейшая компенсация, то есть у них два слона, живой белопол, пешки слабы, разбитый король немножко приоткрыт. Ну и, в общем, у черных с планами проблем никаких нет. То есть у них все быстро развивается, длинная рокировка, и идем ставить мат. В то время как белым нужно как-то отбиваться. Ну и, в общем, ДЕ, конь H3 шах, король G2 и C5. Этот ход профессионалы начали ругать и, естественно, смотрели только на первую линию, которая предлагала ход слон c5, и, в общем-то, говорят, что вот этот ход был правильный, а вот c5 это ход неправильный. Но на самом деле это полная глупость, потому что c5 просто ход более амбициозный. Вот. То есть здесь Ферруджи уже играл на победу, естественно, слон c5 это более мягкий ход, а c5 более, как бы, наоборот, таки жесткий. Да, то есть он создает возможность при случае поддержать ход d4, подкручивая позицию до нельзя. Итак, укрепил центральную пешку Тари ходом f4, ферзь c6, теперь пограживает ход d4, мы видим, белый конь становится на f3, переградил эту диагональ и делается 3-0. Вот позиция, которая, конечно, заслуживает серьезнейшего внимания. У белых здесь был интересный ход b4, который как бы способствовал прорезанию черных полей. В частности, если бы белым удалось бы поставить коня на d4, у них было бы все шикарно. Но после b4 у черных тоже есть определенные поля. То есть там и конь b6, и d4. Надо считаться с разными ходами. Так или иначе, так сыграно не было. Тари продолжил игру ходом конь d2. И сделан был ход конь b6. Интересный ход. Не могу сказать, стоило ли играть d4, ход, который предлагают некоторые программы, но ход конь b6 крайне интересен, так как при случае идея поставить коня на d5. Ферзь e1, ход, который тоже загадочный, может быть, все-таки стоило попытаться сыграть король g3, вот такой экстравагантный был ход, с целью вот как раз-таки убрать какие-либо идеи, как сказать, на корню пресечь идеи, связанные с ходом d4,
И в этом случае у белых, во всяком случае, не так все просто. Однако и после хода король g3, может быть, черные все равно бы играли d4, и позиция бы обострялась, о чем я и говорил ранее. Тем не менее, ферзь e1, слон e7, ладья c1 и d4. Вот такая позиция возникла в партии. Посмотрите, какая дикая позиция. И визуально у белых вроде бы все должно быть неплохо. Но мы видим, что активность фигур черных приобрела очень сильные виды. Итак, угрожает теперь взятие на f4. И защищать на f4 не так-то просто. Скажем, если вы пойдете королем на g3, то после хода хладнокровного ладья h8 ваш король окажется в большой опасности. То есть белые и черные будут проводить неспешную позиционную атаку. Что можно предложить взамен? Ну, Тари сыграл конь c4, и сложно сказать, может быть, стоило убрать короля на h1, но опять-таки уход по диагонали от связки смотрится весьма забавно. Тем не менее, конь c4, конь f4, взятие на f4, король g1. И вот этот момент истины, который был сейчас для Ферруджи, мы сейчас увидим. Ферруджи сыграл слон g4. Ход, опять-таки, слабый. Вот здесь, самым простым образом, не знаю, что смутило Ферруджи, почему он не съел ладья бьет d4, вопрос серьезный. Ход простой, на конь бьет d4, конечно же, нельзя из-за конь h3 или ферзь g2, дело вкуса. В любом другом случае ладья проникала, в общем-то, дальше, и чисто визуально партия должна была закончиться очень быстро. Допустим, конь d6 взяли, ну и допустим, конь h3 шах. Висит король, и потом, может быть, простая, она просто связка. И не видно, как защищать коня. На ферзь g3 может добавить конь g5, например, и мы видим у черных огромный перевес практически везде. Значит, ну так сыграно не было, и удивительно, что Ферруджи не поднял такой простой ход для него. Он сыграл слон g4, опять-таки подкручивал, конечно, он в лучших своих традициях. Мы знаем его прежде всего как супермощного фантазера блицора, но тем не менее он, конечно, очень одарен комбинационной игрой, то есть умеет подкрутить так, что мама не горюй. И вот Тари уже защищался в этой партии, сыграл ладья c3, все-таки ладья d4 прилетела, конь d6, король b8. Ну, помимо король b8, можно было еще брать на d6 и играть конь h3 шах, опять с похожими позициями, о которых мы говорили ранее. Тем не менее, сыграл он король b8, и после хода ферзь e3 возникла как раз-таки самая, что ни на есть, критическая позиция, которой дрогнул Ферруджи. И сделал очень слабый ход, который мог привести его к краху. Он сделал ход слон g5. Слон g5 – этот ход, который оказался ошибкой. Ну, слон g5 понять можно. Опять-таки, это ход блицовый. Брать ферзем на d4 нельзя из-за шаха. Конем брать на d4 нельзя из-за мата. И угрожает конь h3 шах. Ну и белым, просто сыграв король h1, возникала та позиция, при которой черным уже нужно делать единственный ход. Ход этот и ферзь d5. И здесь белые уже держали позицию над ходом h4. Здесь от черных уже требуется точность, чтобы уравнять. Вот так я скажу. И это не пустые слова, потому как отскоков нету, висят фигуры и есть определенные проблемы. Скажем, если вы сыграете слон h6, вы получаете ладья c5. Вот такая вот загогулина, и у вас все плохо. Слон f3, ферзь f3, угрожает мат на c8 и на b7. Например, вот такой вот коротенький пример, который заставляет черных перейти в безнадежный эшпиль. Ну, а все остальное, да, вот здесь черные могут сыграть ладья d1, но здесь после взятия, скажем, ферзь d1, конь g1, опять-таки белые отбивались и имели все шансы на переход. Так, значит, вот момент, который Ферруджи, можно сказать, простил Тари. А вместо этого он должен был сыграть просто слон бьет h5. И от многочисленных угроз вообще просто позиция напряжена до нельзя. И очень сложно принимать какие-либо решения. То есть белым не так просто находить следующий ход. Какой следующий ход был за белых, сказать сложно. Сказать затрудняюсь. Может быть h4.
Но в этом случае у черных появлялись дополнительные возможности. Вместо этого он сыграл слон g5, Тари ответил любезностью, не пошел король h1, а съел на c5. Ну и здесь у черных было решающее преимущество. Ферзь бьет c5, конь бьет на g5. И ошибся Ферруджи в очередной раз, он сделал шаг конем. Вместо этого хода был простейший ход слон e2. Простейший имеется в виду тактический, простой ход. Идея его в том, что брать на f4 нельзя из-за шаха на d1. И после король f2 шах на f1, шах на e1 и все снимается с доски. Вот такой был швиндель, который Ферруджи не нашел. Сыграл конь e2 и после хода король g2 партия завершилась в ничью. Ну, вероятно всего, что все просто устали считать головоломные осложнения и такая вот головокружительная партия с колоссальным количеством ошибок, настоящий триллер, можно сказать, возник на ваших глазах. Но после слон e2 что можно было еще предложить? Ну, может быть, ладья e1. Но в этом случае черные побеждают очень красиво. Они играют ладья d1. Посмотрите, какая изящная связка. И ферзь жертвуется временно. Ладья бьет e1 и потом конь d3, защищая ладью и съедая на c5. Вот этот трюк, конечно, мог выпасть из поля зрения Ферруджи, но тем не менее очень красиво. Ну что, друзья, вот такие вот партии. Такая вот партия была весьма интересная, на мой взгляд. Надеюсь, вы успевали за ходом мысли. Ну а я покажу вам стендингс. После четвертого тура впереди большая группа по плюс один. Среди них Хари Кришна находится. Андрей Есипенко пока находится в полтиннике, но, в общем, сегодня выходной день, и будет время подготовиться к следующему туру. Ну, а остальные пока пытаются найти свою игру. Вот такая история Виканзеи. А с вами я прощаюсь, до новых встреч. Пока.